Привет, друзья! Меня зовут Артем, я пресс-атташе молодежной сборной России и ведущий влога о нашей новой прекрасной команде, как я ее называю, сборка 2.0, новая сборка. Парни практически собрались уже в полном составе в Новогорске, вот в прекрасном здании. Вот, практически все мы собрались, ждем только Лео Классена, который должен приехать из Тироля. Вот, а так начинаем полноценно погружаться в рабочий процесс. Идем в наш корпус, где мы живем обычно. Здесь еще кроме нас живут хоккеисты, а в данный момент еще шорт-трекисты. Ну что, как спали? Отлично, после игры, как убитый спал. Что нас сейчас ждет? Расскажи, не все знают. У тех, кто вчера играл, восстановительные. Угу. Кто уже вчера тренировался, у них полноценная тренировочка. Все, тюк не в духе. Почему тюк? Разминка там, если что, кстати. Где? Там. Подожди. А, зал хореографии там, ну, да. Давай, все. Рука, все, да подожди. Походу, ты не выспался. Наши пацаны идут в хорошем настроении. Капитан приехал! Да нет, ну что ты сразу? Наиль, скажи, тебя дома-то хоть узнают? А что, дома меня не узнают? Ну, ты дома-то вообще бываешь? Конечно. У тебя Спартак, сейчас сборка. Дома-то вообще бываешь? Бываю. Как часто? Очень часто. Все свободное время. А оно вообще есть? Есть. Сколько часов в неделю? В неделю очень мало, но вот, есть. Но есть, да? Вот так вот капитан приехал. Пойдем смотреть за тренировочным, разминочным процессом. Наша разминка продолжается. Наш прекрасный Кирилл Константинович Жинкин принес нам шары. Обратите внимание, какого они цвета. Есть ли в этом какой-то скрытый подтекст? Кирилл Константинович, есть ли скрытый подтекст в цвете шаров? Один красный, другой синий. Мне интересно, парни обратили на это внимание. Но у нас подсоединяются дружеские связи. Как вы это сделали три дня назад, обыграли Наполи, это было бомба. Как? Как мы это сделали? Спускаемся! Получилось так, да? Хорошо. Сыграли хорошо. Пойдем, идем сюда. Так, все, меня забирают. Надеюсь, что ты меня это. Что, интервью, что? У нас интервью. Идем на тренировочное поле. Их два здесь. То, что повыше. Там занимается национальная сборная. У нас то, что поменьше. Потому что мы молодежные. Прекрасная погода в понедельник установилась. Поэтому будет хорошее настроение для тренировок. Наш прекрасный тренерский штаб. Олег Анатольевич. Левин, наш прекрасный тренер. Расскажите о тонкостях подготовительного процесса к тренировкам. Готовимся к предстоящей тренировке. Может, какие-то секретики? Секреты все будут известны в игре. Ну поделитесь, вот фишечки, полосочки, вот для чего это все? Для того, чтобы провести хорошее полноценное занятие. Ничего не выйдет из нашего тренерского штаба. Все у них одни секретики. А вот и наш прекрасный мэтр российской отечественной медицины. Работа кипит полным ходом. Настраиваем оборудование. Планшет, монитор. Ну, у нас все по топовому уровню. Краснодарский край с нами. Сергей Николаевич, нет. Скажите пару слов вашим преданным поклонникам. Не может. Вот так вот достается ведущему влога. Но мне кажется, это было эпично, да, Вань? Это было очень хорошо. Ну что, как настроение? Готов к тренировке? Отлично, да. Впереди разминка качественная. Теперь находится непосредственно. Скажи мне, Кирилл, кстати, жесткий мужик? Ну, дисциплина у него, да, приличная. То есть там не схалтуришь нигде. Да, я бы не хотел бы копать Кирилла Константиновича на разминку, но мы с ним об этом тоже поговорим. Кар, как настроение? Расскажи что-нибудь хорошее. Вот приехали, расположение. Футбольная Россия, хорошее настроение, хорошая погода футбольная. Прекрасно. Кирилл Константинович жесткий мужик. Не, классный мужик. Нет, мы не про это, но жесткий он мучает вас. Не, нормально. У тебя сила после такой разминки да остается на тренировку? Да ладно, скажи честно, сила остается, конечно. На что? На тренировку. На поспать. Роуз, Наиль приехал. Но настроение-то улучшилось? Без комментариев. Вот видишь, а ты говоришь, поговорить никак, у него все без комментариев. Полоборота, покажи
выход вперед, удар лора мяча сверху. Значит, ускорение вперед, лора мяча сверху. Друг за другом, пошли. Раз, пошли. Пошли, Макс, раз. Отсюда начинаем назад, 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 отсюда. Один. Лена! Раз. Дальний удар. Быстро встаешь и рукой выдашь мяч туда. Положил это мяч на третий кидаешь? Нет, вот у тебя здесь мяч поймал. Второй поймал, да. То есть первый отбрасываешь, встаешь, второй дальний, встаешь и ему выдашь. Пошли. Раз, два, и быстро встаем, будем мяч. Да, вот раз, спокойно. Пошли ближний, оп. Скок, вот рукой, вверх, вниз, сам уже выбирай, да? Ай, попадай. Хорошо, спокойный возврат. Мешай, мешай. Девчонки, девчонки, как наша молодая поросль? Великолепно. Ждем новых Ренатов Досаевых, Игоря Факинфеевых. Вот, видишь, уже первый есть. Вот, Макс Борисков. Мяч аккуратно! Это наш видеооператор. У него сложная польская фамилия — Евгений Ковальский. Уточняет с икраткой на конце, что он там делает. Вот он там снимает, сейчас как по камере ему дадут мячом. Не всем нравится наш новый влог, но ничего страшного. Макс, тоже надо уметь. Хорош, Макс! Вторая! Как тебе Ирландия, обыгравшая 1-0 Словакию, проигравшая Мальте? Я помолчу. Ладно. Так ты грызи. Блин, Неймар, поди. Блин, не приехал. Все знаешь? Какие? Которые утром надо делать. Знаешь? Да. Я всегда прихожу за час перед 7. Я за 2. Посмотрим. Завтра я тебя там жду. Буду сколько сидеть? Как работа? 4 ударов сколько мы заберем? Сколько? Короче, подъехал все. 4. Не, ну тут топовый положил угол. Ничего, не, сегодня не пошло? Почему? У меня пошло. Это Кайра просто звездный час поймался. То есть кроме него мне особо никто не забивал. Понятно. Кайра дал почувствовать, что перелет тяжелый. Левый, правый, внешний.
правой грудью. Издалека. На любой вкус. Предлагаю какой-нибудь чай. Я всегда рад. А может, можем будет его так? Давай, отлично, договорились. А вот она история самая интересная. В режиме реального времени. В режиме реального времени. Опачки. Мы можем разобрать все нюансы тренировочного процесса. Олег Анатольевич, скажите, что вот это вот, как это все работает? Идет онлайн-коррекция вещей, на которых нужно обратить внимание главному тренеру, игроку. Сразу момент закончился, вот здесь сейчас покажу, куда нужно, чтобы было правильно, как было улучшить. Скажите, в мире такие вообще есть еще штуки? Главное, что у нас есть. Нет, это понятно. У нас есть. Зачем нам знать, что там? Кого есть. Понял. А что там в Крыму сейчас, как думаешь, холодно, нет? Ну, топ. Сегодня родители скидывали фотку. И какая там погода? 20 было, по-моему, или 21. 21. Сегодня, да. Ну, не знаю, насколько это правда, конечно. Вроде так. Родители не должны брать. Согласен. Последнее, что было вчера в Туле и вообще всю неделю. Мрак. Сейчас солнышко хорошо. Ну да, мне тут один мой друг из Питера приехал, сказал, говорит, у вас, говорит, в Москве хуже, чем в Питере. Да? Да, но да, тут 2 недели вообще солнца не было. В Питере знакомый тоже вчера, вообще хорошая погода. Да? Был, да, вот, да. А у нас тут солнце 2 недели. Разговаривался по видеосвязи вообще. Такая солнышко была. Неестественно для Питера, так сказать. Так, понял. Ты мне перед Испанией трешку обещал забить. Когда трешку? На вот этом фоне можем заканчивать.